Болельщики «Спартака» ощутили начало 12-го сезона только когда их родной клуб провел домашний матч. Праздник для спартаковцев начался за пару часов до стартового вбрасывания. На площади у музея хоккея клуб приготовил множество активностей для своих преданных болельщиков. В какой-то момент можно было подумать, что это детский праздник. Черепашки-ниндзя, Человек-паук, герои мультфильмов и, конечно же, дружелюбный гладиатор. Самые смелые болельщики могли принять участие в химических экспериментах. Не обошлось и без традиционного посвящения в юные спартаковцы. Красно-белые обряды проводили легенда Спартака Александр Якушев, получивший микротравму голкипер Спартака Юлиус Гудочек и обладатель Кубка Харламова Артем Батрак. После посвящения – гонка на советских авто. Было чем заняться и взрослым. Настольный теннис, стрельба из лука, фотозоны и даже джазовый концерт. На арене болельщиков ждали и другие развлечения. Символическое вбрасывание провел в прямом смысле рулевой Спартака. Водитель Владимир Рубцов 40 лет управлял красно-белым автобусом. И хоть спартаковцам не удалось порадовать болельщиков победой, 9 шайб за игру – это яркое воскресное шоу.